Всем привет, уважаемые зрители! Мы на развязке Вакуленчука, проспект Октябрьской революции. Вот там перекресток основной, где, в общем-то, будут идти работы. Ну, здесь вот место, где будет разворот. Вот можем видеть, компания Севдорстрой, судя по их экскаватору, ну, я помню его по предыдущим объектам, уже зашла на объект, и какие-то работы ведутся. Здесь сейчас идет переустройство коммуникаций. Будет небольшой короткий обзор, потому что вот кроме того, что мы сейчас видим, больше показать особо нечего. Вот установка горизонтально направленного бурения. В общем, будут под дорогой протаскивать трубы. Здесь можно видеть разметку колышками. Они, вот, некоторые с обозначениями. То есть, возможно, выемка пойдет вот так вот, грунта. То есть, там у нас дорога, улица Вакуленчука. Короче, пока непонятно, тут не подписано. То ли это перенос опор наружного освещения и контактной сети, то ли обозначен край выемки. Ну, по-моему, в этом месте уже работ не должно быть. Ну, посмотрим. Где-то здесь, вот там ниже будет разворот, где экскаватор копается. Ну, а тут пока не ясно. В общем, надо будет следить дальше. Ближе к концу дня, но сейчас 4 часа где-то дня. Вот здесь такая картина. В общем, что тут будет делаться? Будет отсыпаться насыпь примерно до деревьев, там размечено колышками. Ну, здесь будет делаться разворот. Видите, тут городка на участок работ. Вот тут вот будет разворот. Само пересечение проезжих частей находится вот здесь. В первом видео рассказан примерный замысел, как это все будет сделано. Так что будет ссылка на первое видео. Уже по этому объекту два видео, считаю вот это. Ну, это такое короткое. Но надо было засвидетельствовать факт начала работ вот в этой балке, в этом овраге. А вот тут вот стоит 515 КБ, башенный кран, который мы снимали тоже. Вот он уже построил вот такой вот дом. Ну, всего, по-моему, 9 этажей или 10 будет. Короче говоря, вот так. Такой короткий обзор. На сегодня все. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. А, еще вот там вот поликлинику строят, там желтый кран такой стоит.